Минувшим вечером состоялся предпоказ фильма Фархата Шарипова «Инопланетяне ни при чем». Картина состоит из нескольких историй, которые по закону жанра в конце сплетаются в одну. Эту комедию режиссер задумал еще к прошлогодним праздникам под названием «12-12-12», но вышло так, как вышло. Мы максимально попытались реализовать все, что мы могли, использовали весь свой человеческий ресурс, финансовый ресурс и творческий, наверное, ресурс, ну, именно для этой картины, поэтому будем ждать результата. Помимо режиссера фильма, на прошедшем показе можно было увидеть и актерскую команду, которая поведала нам о трудностях, с которыми столкнулись во время съемок. Процесс съемки был очень интересным, было минус 45 градусов мороза. Если вы видели, я там катаюсь на старой «Волге», да? Было очень весело. Мы замерзали вместе с этой «Волгой» на ходу. Замерзала камера, замерзали люди. Но, вы знаете, мы грелись, в машинах сидели. И буквально, когда надо было выйти в кадр, мы буквально выбегали туда, быстро отыгрывали и быстро забегали. Потому что стоять на морозе было просто невозможно. А если ты уже сравниваешь новую работу Фархата Шарипова с «Елками», то спешим тебя обрадовать. Эта картина мало чем напоминает российскую ленту. В чем различие, ты узнаешь после просмотра. А заодно, наконец, сможешь ответить на вопрос, а при чем, собственно, инопланетяне?